маски никому не нужны и охранять митинги. Мы сделаем это в России. Мы сделаем, мы знаем, как это сделать. Владивосток, Приморье. Все говорят, что его нужно развивать. Перед тем, как перейти к ответам на вопросы, хочу этим закончить. И программы развития Дальнего Востока принимают одна за другой. И деньги выделяют. Вы же не чувствуете никакого эффекта, правильно? И не можете его почувствовать. Потому что, по сути, это превращается в что? Во что? Они делают очередную экономическую какую-то зону. В ней получают льготы крупные предприниматели. И они говорят на вопрос, а нахрена вы сделали еще одну зону? Они говорят, ну все так ужасно. И поэтому мы сделаем одну маленькую зону, в которой будет все хорошо. Это, и они говорят это, даже не понимая, как это странно звучит. Я хочу стать президентом, который сделает везде хорошо.